Премьера. Это аферистка, мошенница и вымогательница. На что способны мужчины на грани развода? Он пообещал, что он вычеркнет мою дочь из моей жизни. Ну, извините, это не мои дети. Папа Антон, Антон. Накачанный свисток, арбузные груди, вместо мозгов греческий салат. Смотрите на тушу эту, которая стоит. Я столько натерпелась. Вот вся любовь, которая у меня была, умерла. Давай разведемся. С 29 сентября в 11:00 на Домашнем.